Всем здорова, дорогие друзья, с вами Даваска. Это видео и эта рубрика имеет место быть, потому что вчерашнее видео, где я оцениваю сеты с матами, очень многим понравилось. Прям каждый первый комментарий из всех комментариев было только два, где меня попросили больше не материться в видео. Смотрите, если в названии видео вы видите трэш оценка сетов, значит в этом видео будет оценка с матами. Вот и все, в принципе. Поэтому всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Ну и как обычно мы проверяем, зайдет рубрика, не зайдет рубрика. Выпускаем 3-5 видосов на эту тему, ну, этой части рубрики. И если хотя бы 3 из 5 или 2 из 3 набирают много просмотров, значит рубрика годная. Поэтому, если вам нравится эта рубрика, вы хотите ее продолжения, может быть даже вы хотите, чтобы я наших СНГшных игроков оценивал в подобном формате, пишите в комментарии, ставьте лайки. Вы даже не представляете, насколько сильно я вас люблю и насколько сильно мне вчера было приятно читать комментарии, где вы мне говорили, что это офигенно, это годно, заебаш. Меня даже поправили в комментарии, что с этой не хуйня, а хуета. Все, окей, приступаем. Сегодня у нас индонезийские задроты ранга отряда. Да, все вы прекрасно видите, что гостевые аккаунты с уровнем ниже 12 не могут играть рейтинговые матчи, поэтому мы что делаем? Правильно, переносимся на арабский регион и будем оценивать их задротов ранга отряда. Ну, апнуть 12 уровень на том аккаунте это несложно, поэтому буквально пару дней мы обязательно к ним вернемся и застрем их сеты. Итак, арабы, получается, БО, рейтинг и, так, 999 звезд. Сколько у них? Дофига. Как вы думаете, пиздоболы они или нет? Честно они апнули эти 999 звезд или нет? Пишите в комментариях. Давайте посмотрим вот этого короля рейтинга, блять, короля ранга. Вот с таким вот сетиком. Во-первых, у него плащ и торс с одного и того же набора. Так что оценку 10 из 10 он никогда не получит, а может пойти нахуй. В принципе, тут 4 из 10, не больше. Идем дальше. Второе место. Смотрим, оцениваем. Вот. Ебать. У меня нет слов, одни эмоции. Носки исландцы. Как можно думать, чем можно думать, чтобы в такой параше играть? Сет хуета. Идем дальше. Третье место. Давайте вот прям такие трешовые максимально сильно засирать, да? Вообще, можно. Вот. Честно вам скажу, доебаться можно до какого-либо, до каждого сета, даже до моих самых великолепных сетов можно доебаться, ну серьезно. Но не до всех, потому что это некоторые реально шикарные, но при желании отхуесосить, отпоносить можно абсолютно любой сет. Вот тут, смотрите, штаны кросса с одного и того же набора. Во-первых, футболка и штаны, ну как бы, блин, они какие-то слишком огромные, и под эти штаны лучше надевать какую-то огромную курточку объемную, да? В принципе, нормально, но 5 из 10. Идем дальше. Шестое место. Так, давайте посмотрим. Вот такой вот сетик может тоже идти нахуй. Даже я оценивать это не хочу. Пятое место. Давайте посмотрим. Вот такой вот сетик. В принципе, нахуй он тоже дорогу должен знать, потому что это пиздец. Ну, камон. Но под этот торс можно, мне кажется, отыскать все довольно-таки прикольные коричневые штанишки. И зачем вообще подобное делать? Это что ли у них замена кролика это или чё? Фастер 2.0 переоделся с кролика в недохалка? Я не понимаю. Это было пятое место, да? Да, шестое место. Смотрим, оцениваем. Пока у нас был только один довольно-таки неплохой сетик. Вот этот сетик мне даже обсирать не хочется, потому что
неплохой, недонатный. Как я понимаю, у него только куплен один халявный пропуск. Только у него каким-то хуем 900 медалек, блядь, которые без доната да ты хуй получишь. Я не ебу, но каким-то чудом он это заделал. Смотрим, вот такой вот сетик. Ну, сколько мы ему дадим? Давайте 7 из 10, потому что кроссы можно серые поставить, которые под эту курточку будут прикольно смотреться. Но тут опять же я иду нахуй, потому что это не донатер, а те кроссы, о которых я говорю, они за донат. Идем дальше. Седьмое место. Вот тут он может сразу же идти нахуй со своими сланцами и засунуть их себе в очко. Потому что, блядь, никакой здравомыслящий человек не будет надевать сланцы, именно не сланцы, которые как тапочки выглядят, да? А вот именно вот с этой штукой, которая поперек большого и среднего пальца идет. Не среднего, а указательного на ноге. Никто так не будет носить, блядь. Но этот гений, индивидуум, это делает. Молодец. Хуйня. Хуета, извиняюсь. Идем дальше. Восьмое место. Так. Вот такой вот сетик. Вдох-выдох. Нормально. Нормально. Не идеально, но и не хуета. Ну, вообще, ну, может быть, даже какое-то подразделение заделать, типа помойка, параша, хуйня, хуета. Это что-то типа между парашей и хуетой. Нет, и хуйней. Потому что, ну, как бы, черно-красные штаны, черно-фиолетовая куртка, грим, блядь, который сюда вообще не сочетается, и бандана. Ну, чё это за пиздец? Ну, давайте 3 из 10. Мне не нравится. Но это лучше, чем то, что мы видели до. Идем дальше. Вот такой фастер, блядь. Фастерок. Гений, король ранга. Вот я хотел это приберечь для СНГ задротов франга, но это пиздец. Я выговорюсь, потому что у меня тоже это накипело. Чел ебашит с ПК и такой, я король ранга нахуй. Как же я горю с таких видосов. Ну, единица только за того, что баскетбольные кроссы, потому что они олдовские. Идем дальше. 10-е место. Смотрим, оцениваем. Это full наборчик, поэтому сразу же дальше. 11-е место. Пишите в комментариях, как вам такая рубрика. Ну, не до фастерок. Может быть, и фастерок хуй его знает. Ну, давайте 5 из 10. Идем дальше. 12-е место. Смотрим, оцениваем. Ну, гений. Гений. Так, 13-е место. Ага. У него вот такой фастерок обыкновенный. 7 из 10. Дальше идем. 14-е место. Смотрим, оцениваем. Опять же, фастерок обыкновенный, 7 из 10. Под предыдущим видео мне один человек написал комментарий. Тоже хочу это обсудить. Как можно не любить фастерские сеты? Фастерские сеты — это самые лучшие сеты в игре. Теперь у меня вопрос. А где вот этот гений? По-моему, 8-е место. А, нет. 7-е место. Нет. 6-е место. Нет. 5-е место. Нет. Значит, ниже. 9-е место. Да, блядь. Как? Вот вы мне просто скажите, как вот это можно называть, сука, самыми лучшими сетами в игре? Это самые помойные сеты в игре. Есть фастерские сеты, но они красивые. В них можно играть. К примеру, если бы вот этот индивидуум, где он? Вот этот. Обул баскетбольные кроссы. Не доебаться. Охуенный сет. Да, дефолтный. Да, распространенный. Но, сука, сланцы нахуй. И вот, я не знаю. Опять же. Смотрите, да? Смотрите. Ч-ч-ч-ч. Не стоит сейчас слить говно в комментарии по поводу моего вкуса и так далее. Ключевое слово моего вкуса. Моего. Если мне не нравятся фастерские сеты, я буду их засирать. Если мне нравятся какие-то сеты, я буду говорить, что они красивые, охуенные, вопросов нету. Но
опять же, если вам нравится, вот лично тебе, мой любимый зритель, нравится какой-то сет, но я говорю, что он хуйня. Все твои знакомые говорят, что хуйня. Твоя мама выгнала тебя из-за дома и говорит, что у тебя сет хуйня. Блять, если он тебе нравится, ну, за шутки, я думаю, что вы меня извините, но, опять же, это рофл, да? Если он тебе нравится, играй в нем, потому что главное, чтобы сет нравился тебе. У меня все, идем оценивать все дальше. 14 место, мы, наверное, закончили, да, на этом индивидууме. 15 место. Вот это фастерок тоже. Ну, во-первых, фастерок с максимально несочетающейся хуйней. Давайте 4 из 10. Идем дальше, 16 место. Смотрим, оцениваем. Вот такой вот сетик. Фастерок необыкновенный, индивидуальный сверхразум. Поменял просто торс. Обычно под такие сеты надевают либо футбольную футболку, которую мы уже видели, либо торс кролика, рискин кролика, торс бандита. Он же взял вот эти вот, вот этот вот плащик, чтобы рукава и плащ развивались на ветру, когда он делает фастерские движения в комнате и называет это скиллом нахуй. Не то, что когда чел отъебал ползлость сервака на турнире или в рейтинге. Он в комнате человека один на один с ПК, с дигла исключительно разъебал. И такой, все нахуй, король СНГ, блять. Ну, он король лямена сервера. Как у меня горит с этих фастерков, вы просто не представляете. Меня горит не из-за того, что это фастерские сеты. Меня просто выносит из-за того, что люди, играющие с ПК в мобильную игру, выебываются и называют себя королями нахуй. Король ты ПК, а не этой игры. У меня все. Фух, даже как-то полегчало. Так. Но опять же, это лично мое мнение, каждый игрок играет с того, с чего он хочет, с чему ему нравится и так далее. А, ну давайте уж раз мы начали эту замечательную ее тему, продолжим. Мне около 100 человек везде написали, почему ты не играл на битве ютуберов у табурета. Вы видели, кто там играл, да? Неважно, что они ютуберы, да, все хорошо. Меня звали, мне кидали ссылки на приглашение. Лично табурет мне не писал, но мне писали люди, типа, зарегистрируйся, участвуй. Я просто ради интереса зашел, посмотрел именно сам стрим турнира и увидел, что там из всех людей, по-моему, только 2 либо 3 телефончика. Остальные... ПКшники. Теперь мой ответ. Нахуй мне играть против ПКшников, которые меня отъебут, как нехуй делать. Против телефончиков, возможно, можно было постреляться там туда-сюда. Конечно, если это не Дзармара, потому что Дзармара ебет всех и вся с телефона. Ну, это про игрок, что мы хотим. Он вообще шикарный и человек, и игрок. Но ПКшники против ПК стоять с телефона нереально, потому что все, что на телефоне считается за софты, у ПК это норма, блять. Поэтому с ПК я не играю. И никогда не буду, и не советую. Этот сет 4 из 10. Ох, вот как давно я хотел выговориться, вы просто не представляете. Ну, опять же, пишите ваше мнение в комментариях по этому поводу. Сету 9 из 10, потому что не подходит масочка сюда. Идем дальше. 19 место. Не, ну это пиздец. Вообще, вот что должно быть в голове у человека, чтобы он вот эту вот парашу собрал? Я просто не понимаю. Я вот очень сильно сомневаюсь, что у него вообще голый аккаунт и нету вообще ни одной нормальной вещи. Но, это может быть серофильный сет, потому что мы тоже иногда угораем и собираем вообще трешовые сочетания. Это может быть что-то типа такого. Так, это у нас был вот этот, 20 место. Смотрим, оцениваем. Вот такой вот сетик. Вот, уже неплохо, но кроссы лишние. Как по мне, можно было черные, либо белые. Поэтому 9 из 10.
Почему 9 из 10? Потому что кроссы черно-синие. Если для черно-синие кроссы, то и сет полностью должен быть черно-синий. Это мое мнение. Да, да, да. Вы попали на мой канал, где смотрите мое мнение с оценкой сетов. Молодцы. Я думаю, что вы это уже знаете, запомнили и просто кайфуете от этого. Ну, многие не кайфуют. Вот этот человек может шлепать в своих шлепках куда подальше, потому что это 5 из 10. Идем дальше. 24 место. Вот такой вот сетик. Сложно. Масочка, в принципе, норм, но кроссы чуть-чуть не в тему. В общем и целом, давайте 8 из 10. 25 место. А вот такой вот у него сетик. Опять же 9 из 10, потому что кроссы синие. Но это фастерские движения. Мы сами знали, что мы оцениваем. Вот! Сверхразум! Вот такие вот тапочки. Но опять же, это сланцы, а не... Ой, это тапочки, а не сланцы. Такие большие плюшевые домашние тапочки. Если бы они у меня в городе продавались, я бы их купил и ходил бы в них дома. Потому что они удобные, такие плюшевые, все такое. Но этому сету давайте поставим 6 из 10. Хотя, давайте даже поставим 8. Объясню почему. Очень охуенное сочетание футболки и шорт. Это просто пиздец. Я такое впервые вижу. И вот только из-за этого сочетания ставим 8 из 10. Идем дальше. 27 место. Вот такой вот сетик. Во-первых, торс штаны с одного и того же набора. Он купил 2, 3, 4, 5 пропусков за последние 11 месяцев. Вот такой вот сетик. Давайте 8 из 10. Да. И просто оценим следующего. 28 место. Вот такой вот сетик. Грим клоуна и борода. Без комментариев, идем дальше. 29 место. Смотрим, оцениваем. Вот такой вот сетик. Фух. Ну, опять же, дефолтное сочетание маски-прически. Такое ощущение, что люди... Ну, так оно и есть в принципе, потому что это... Маска, это прическа, это самые популярные вещи в игре, и очень многие люди, даже если они ни рубля не задонили, они видели это сочетание, как только одна из этих вещей появляется в игре, они закидывают денежки в игру, и все, и кайфуют, они ее получают, выбивают, делают такое сочетание и больше никогда не донатят. Все, 5 из 10. Это кто у нас был? По-моему, 29 место. Похуй. 30 место, вот такой вот сетик. Фастер, обыкновенный, самый обычный. Давайте 6 из 10. 31 место. Смотрим, оцениваем. Девочка, вот. Самый охуенный сет за этот выпуск. 10 из 10. Не доебаться, ни до чего. 32 место. Вот такой вот сетик, фастерок, но необыкновенный, индивидуум, потому что эту куртку я капец как долго не видел в чьих-то сетах. Наверное, уже около года я не видел эту куртку, может быть даже больше. Она очень классная, это такой японский стиль, выглядит пиздато, но к ней очень сложно подобрать идеальные штаны. В принципе, штаны головореза норм, но кроссы такое себе, давайте 9 из 10. Идем дальше, 33 место. Вот такой вот сетик. Доебусь только до масочки, потому что чуть-чуть видно вот тут вот, что просвечивается на груди. В принципе, все, поэтому 9 из 10. 34 место. По стандарту оценим с ракет и все. Вот такой вот, нифига себе. Давайте 9 из 10, потому что... Хотя, можно даже и десяточку поставить, прикольное сочетание. Прикольное, самое главное, необычное и не дефолтное, поэтому 10 из 10. 35 место, давайте посмотрим. Фастерок необыкновенный. Ну давайте 8 из 10. Дальше, 36 место.
Давайте посмотрим. О, арфатка. Хорош, уже хорош. Остальное все помойка. Хуета. Классно. Давайте 4 из 10. 37 место. А, вот такой вот сетик. Знаете, прикольно. Но, конечно, дефолтное сочетание торс и штаны. Но кроссы тут выглядит пиздато. Давайте 10 из 10. Хоть вот этот фиолетовый кроссовочек вообще не в тему, но смотрится интересно. А, давайте посмотрим 38 место. Ху, шиш! Вот почему нельзя было надеть торс песочного цвета? А, таких в игре целых 3. И что в этом сложного? Давайте 9 из 10 только из-за торса. Потом у нас идет 39 место. А, вот такой вот сетик. Ну, давайте 7 из 10. И последний, 40-й. Красный клоун. Все. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Всем удачи, всем пока. И да пребудет с вами стиль.